Физкульт-привет, друзья и ученики! В это прекрасное утро я хочу поделиться с вами информацией, очень важной, потому что вижу, как часто заблуждаются люди, выбирая добавку для себя. И неважно, вы натурально тренирующийся человек или использующий фармакологию. Самая важная добавка для вас – это не креатин, не БЦА, не протеин и даже не глютамин, а комплексные витамины. Да, действительно, в нашей современной еде практически полностью отсутствуют витамины. И даже если мы едим овощи и фрукты, мы не знаем, где и как и кем они выращены, что использовалось в их выращивании. Поэтому, друзья, обязательно смотрите на то, чтобы в вашем рационе хотя бы месяц через месяц были комплексные витамины. Лучше всего подходят витамины, если брать наши российские в аптеке, от компании, или не знаю от какой компании, называются они Алфавит. Это витамины, которые действительно будут работать. Все остальные будут сливаться в унитаз. Из мировых брендов я бы посоветовал тот бренд, который принимаю сам. Это GNC. Насколько я знаю, он появился сейчас и у вас в России. Это не реклама, я сам его принимаю. К сожалению, GNC мне за это пока еще не платит. Может быть, когда-нибудь дойдем и до этого. Не забывайте об этом. Витамины очень важны. Если вы просто тренируетесь для здоровья, если же вы тяжело, постоянно, регулярно тренируетесь, то вам необходимы, помимо комплексных витаминов, купить еще следующие витамины. Это отдельно витамины группы В, витамин D совместно с кальцием и витамин Е, а также витамин С. Все эти витамины необходимо принимать. Не забывайте, что витамины можно и нужно принимать только с едой, во время еды или сразу после. Ни в коем случае, никогда, ни при каких условиях не принимайте витамины на пустой желудок, даже если вы забыли это сделать во время завтрака. О том, как и когда принимать какие витамины, мы сделаем видео в следующий раз. Пишите ваши вопросы в комментариях. На все на них я обязательно отвечаю. Главное, чтобы они были адекватные, конструктивные. Также можете оставлять свою критику, но без мата. Все неадекватные комментарии просто блокируются. Увидимся в тренажерном зале. Будьте здоровыми, сильными и рельефными.